героической решимостью отстаивает Красная Армия каждую пять родной советской земли. Советские артиллеристы метким огнем зажгли деревню, занятую немцами. Под прикрытием артиллерийского огня наши бойцы упорно продвигаются вперед. Фронтовая подруга, друг и товарищ на поле боя. Захваченный нашими бойцами немецкий разведчик на допросе рассказал о расположении вражеских войск. Немецкая газета. Фашисты одурманивают своих солдат не только водкой, но и хвастливой брехней. Наблюдательные посты заметили появление вражеских самолетов. Сталинские соколы стремительно поднялись навстречу фашистским коршунам. Еще одному стервятнику навсегда перебиты крылья. Фашистские молодчики уже почувствовали на себе силу красноармейского удара. Они уже узнали, как горяча советская земля. Такая же участь ждет всю гитлеровскую орду и его хищных стервятников. Каждый новый производственный успех – удар по врагу. Ольга Семеновна Мохова работает на заводе имени Сергуар Гринетидзе на станках, на которых работал прославленный фрезеровщик Иван Гудов. Достойная смена! Работая на двух станках, товарищ Мохова выполняет 160% плана. Советская женщина считает себя бойцом на производстве. Далеко от фронта, под защитой доблестного оружия Красной Армии, уверенно работают на своих полях колхозники артели имени Сталина. Комбайнер Яков Дмитриевич Назарчук скоро уезжает на фронт. Со спокойным сердцем он оставляет свой комбайн. Его место готова занять жена Анна Ивановна. Штурвал его степного корабля в надежных и крепких руках. После прохода комбайна на поля вышли дети. Ни один колос не ускользнет от их зорких глаз. Колхозный урожай будет собран без потерь. Красная Армия и вся страна получат вдоволь хлеба. Велика любовь народа к своей земле. На защиту Родины, на борьбу с кровавым германским фашизмом, несущим смерть, разрушение и рабство, поднялся советский народ, единый и сплоченный, как никогда. Помогая родной Красной Армии, колхозники прифронтовой полосы строят противотанковые укрепления,
непроходимые рубежи для озверелой гитлеровской орды. Нет такой силы, чтоб сломила мощь нашей великой свободной Родины. Советский народ и его армия непобедимы. Победоносное русское оружие не раз на протяжении славной истории нашего народа громило ненавистных захватчиков. В священной отечественной войне советского народа за Родину Красная Армия на голову разгромит фашистских разбойников.